Доброго времени, дорогие друзья! С вами Назаренко Алексей. Ну что же, наступил новый 2016 год. Я вас с этим поздравляю. У меня в этом году действительно очень серьезные перемены и большие изменения планируются. И по этому поводу первое, что я хотел бы сделать, поблагодарить всех. Всех, начиная с моих родителей. Всех, с кем я сталкивался по жизни. Хорошо ли, плохо ли, не важно. Я очень хочу поблагодарить всех людей, мою семью, моих друзей и моих недругов, просто за то, что они все есть в моей жизни. Я рекомендую вам сделать то же. Я рекомендую вам научиться прощать. Я научился прощать, я научился благодарить. Понимаете, это очень важно. Ведь на самом деле, даже те люди, которые, как вам кажется, доставляли вам неприятности по жизни, на самом деле смерти вам не желали. У вас был просто конфликт. И вот это искусство выхода из конфликта, искусство прощения и искусство благодарности. Поэтому, дорогие мои друзья, все, кто меня знает, кто меня знал, с кем мы не очень хорошо расстались или прекратили отношения, я благодарю вас за то, что вы были в моей жизни. Ведь самое главное – задавать себе вопрос правильно. Не за что мне это, а для чего мне. Так что вот, это по поводу благодарности. А теперь, дорогие друзья, в этом новом году я хочу вам пожелать невероятных свершений. Я хочу вам пожелать удачи. И помните, что везет тому, кто везет. Удача находит того, кто ищет ее. Поэтому не бойтесь затевать новые дела. Если вас что-то не устраивает в этой жизни, сделайте так, чтобы что-то в ней изменить. Затевайте новые дела, открывайте новые проекты. Никогда не отказывайтесь от того, что вы затеяли. Я вас уверяю. Если будет уверенность в себе, если будет упорство, вы всегда добьетесь того, чего хотите. Ну и самое главное, я хочу пожелать вам силы на все эти ваши новые свершения. Как в том фильме «И да пребудет с вами сила». Это тоже очень важно, потому что на все новшества, на все новые проекты, на все новые начинания вам просто нужны силы. Так вот, я вам желаю в этом году благодарности. Я вам желаю в этом году удачи и силы. Всего вам доброго на вашем жизненном пути.
всегда буду помнить. Thank you.